Рин! Помоги мне, Рин! Адамар, боже мой, что произошло? Чел, ты лоханулся, чел! Бля, ебать, ты лоханулся, блядь, заблочечки! Ло, сука, блядь, заблочить, нахуй, заблочить! Бля, это тот же самый долбоёб, кажись. У тебя хуй маленький. И сам ты нищая хуйня, блядь, ебаная. Пошёл нахуй. Этот нищий, который в тот раз за два года блядь, заходил с тех аккаунтов и сейчас заходит с других, это та самая нищая хуйня. Я узнал его по почерку. Сори, что... Ну, блядь, чел, ты сам задонатил 10 рублей, сейчас ты, наверное, совсем нищий, да? Может, тебе есть нечего? Это бы Ролтон какой-то купил вшивый, плесневый. Да, это та самая хуйня. Ну, как тебе без 10 рублей живется? Просто, ну, я знаю, что это последние деньги твои были. Вот, сейчас смотри, сейчас донат у меня 50, как бы, понимаешь? Сейчас ты задонатить не сможешь, тебе только вот аккаунт новый создавать. Блять, одноизвильная параша, блять, боже, какая ты одноизвильная параша нищая, блять, пиздец, я говорю, блять, чел, ответь на вопрос, блять, хуила ебаная, как тебе без 10 рублей живется в дырявых штанах, блять, чем ты жопу подтираешь, рукой, блять, сука, потому что на сортирку денег нету, нищая хуйня. Ты хоть в раз в Карим играл или ты, долбоебина ебаная, зашел потроллить, как в тот раз? Ты же, блядь, даже в Skyrim не играл, дубина, блядь, одноизвильная, блядь. Безмозглая, вакуумная, дебил, блядь. Сука, ты понимаешь, что ты просто никчемная хуйня? Вот. Тебе как, нормально живется с вот этой мыслью вообще? Давай, давай, новый аккаунт, новый нищий аккаунт. Блядь, чел, ты знаешь, ты создал уже, ну, например, 100 аккаунтов, да? Вот, и при этом задонатил один раз 10 рублей. Ты прикинь, какую ты работу трудную делаешь. Прикинь, сколько времени своей никчемной, ублюдской, убогой жизни ты проебала, шлюха. Как и твоя мать, блядь. Прикинь, сколько ебаного никчемного времени ты проебала. Просто за ебаный донат в 10 рублей. Ты трудилась, блядь, часами, блядь. Ты хуйня нищая, часами трудилась. За 10 рублей. Жопу рвала свою уже дырявую шлюханскую, блядь. Да мне нахуй не нужен, не нужны мне его аккаунты, блядь. Да нахуй мне, блядь, всрался со своими аккаунтами, в пизду его. Так. Здоровье, хп. Квест базовый, это этот ублюдок, он даже в Skyrim не играл. Базовый квест, этот долбоёб, он даже в Skyrim не играл. Нищий инвалид на голову, создай еще 100 аккаунтов. И твой итог один, ты понимаешь? Все, что ты делаешь, вся твоя ебаная жизнь, все, что ты делаешь на канале, пердишь, срешь, воняешь, ты только, ну, блядь, от тебя ничего полезного, чел. Ты просто осознай эту мысль. Ты бесполезен, и итог твой один, понимаешь? Создавай еще аккаунт. Давай еще аккаунт создавай. Создавай бесполезные действия. В следующий раз я промолчу просто, окей. Вот. На тебя внимание уделять еще. На такое говно, блядь. От говна надо, наоборот, отворачиваться, блядь. Тебе как по жизни-то вообще? Ну, то есть... Ну, ты же говно, понимаешь? Там люди вообще с тобой, ну, разговаривают или просто, ну, как на говно на тебя смотрят. Да пусть дальше троллит. Это долбоёб просто. Ну, просто человек говно. Точнее, малолетний дебил. Вот. Бля, мне надоело с ним базарить, нахуй. Мне просто надоел, блядь. Сука, развонял тут нахуй. Кусок дерьма просто, блядь. Настоящего.